Всем доброго здоровья и прекрасного настроения. Еще добрый вечер, добрый день и доброй ночи, или кому что больше нравится. Итак, что мы сегодня интересного такого возьмем и сделаем? Первое, что мы сделаем, мы, наверное, представим наши продукты. Для этого мы достаем наш волшебный пакет, в котором как раз-таки содержатся эти наши прекрасные продукты. Опа! Павел, а в каком магазине все это брали? Вот здесь виден даже логотип, это магазин Dixie. То есть определенный продукт placement. Placement идет. Да, то же самое, как брендированный продукт, который куплен определенно в брендированном магазине. Угу. Так, мы сейчас с вами должны взять... Сюда! Нет, по-моему, это да, немножко не то, ну ладно. Так, а продегустируем мы, наверное, сегодня вот такую интересную штучку. Это такой продукт молочный и продукт еще один молочный. Угу. Так. Это мы поставим обратно. Что мы видим? Мы видим вот, чудо-молочная ваниль и чудо-молочная клубника. С чего бы начать, с клубники или с ванилью? Что больше нравится? Ну, давайте, всегда начинается все с ванили. Окей, тогда мы начнем с ванили. Для этого мы открываем. И, кстати, взболтать тебе нужно хотя бы перед этим? Да, кстати. Действительно. А то давайте второй я взболтаю ее заранее. Да, хорошо. Наверное, все это дело взболтать. Потому что вдруг оно что-то как бы вдруг. Это не пиво, кстати, если что. Ну-ка. И мы берем и пробуем, дегустируем. Кстати, вкусно напоминает немножко, как в Советском Союзе были молочные коктейли с добавлением мороженого. Ну, что я могу сказать? В принципе, можно чем-то солененьким заесть это дело. Молочкой. Да. Да, для этого мы берем соленые грибы. Сейчас мы клубничку попробуем и соленьким заедим. Чтобы все было хорошо. Итак, коллега, что вы скажете по поводу ванили? Ваше мнение. По поводу ванили я уже для себя понял, что это такое. Но, чтобы озвучить свою оценку, все-таки мне надо попробовать второе. Да, пожалуйста. Это на этот раз была клубника, и я передаю клубнику. И тем временем, пока нет клубника, как я уже обещал, можно заесть все солеными грибами. Как все мы прекрасно знаем, молочка заедается нечто соленым. Кстати, а грибы тоже из Dixie? Или как? Грибы из леса. Это вкусные грибы, кстати. Так, Павел, чтобы не растягивать наш обзор, давайте. Мы включим наш любимый чудодейственный монтаж. У нас монтажа никакого нет, тут не забывайте. Угу. Это у нас обзор. Первое. Ваниль. На камеру покажите. Ваниль. Чудо-молочная. Угу. Сколько из 10? Я думаю, для меня немножко слишком сладко. Это 7,5. Приторно. Ага. Клубничка, или как там она называлась? Просто клубника. Угу. Это просто клубника. Это, наверное, уже 6,5. Она мне понравилась гораздо меньше. Угу. Отлично. Ваниль, да, напоминает старое советское вкусное, а вот это что-то как-то не айс. Понятно. Грибы. И, может быть, грибы соленые. Вот они. Это уже 10 из 10. Отлично, отлично. Ладно, вы услышали мнение Павла. И в следующий раз, когда пойдете в Dixie, думайте, что брать. Брать, да. Да. Отлично. На время отключаемся.